какие у нее глаза, какой у нее нос, какие у нее губы, какое у нее выражение лица, какая у нее улыбка, какие у нее волосы, какие у нее ушки, какая у нее шейка. Я с удовольствием хочу представить вам членов нашего уникального мужского жюри. Любимец женщин всей страны, неподражаемый Сергей Астахов. И, внимание, председатель жюри, самый популярный телеведущий и вообще ведущий всей страны, актер, неподражаемый шоумен и, наконец, секс-символ России Дмитрий Нагиев! Пришло время узнать, какая девушка по результатам зрительского голосования стала вице-мисс «Русская ночь» 2009. И для награждения я приглашаю на сцену представителя компании, спонсора, генерального директора «Турконтинент» Наталью Гончарову и члена жюри Сергея Астахова. Уважаемые дамы и господа, вице-мисс «Русская ночь» становится Ульяна. И от нашей компании «Турконтинент» мы вручаем ей туристическую поездку в Испанию. Итак, Ульяна, по итогам зрительского голосования, стала вице-мисс «Русская ночь».